Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, давай здесь глянем, как у нас с эволюцией. Отлично. Так, слушай-ка, мы же можем с тобой что сделать? Получается, прокачать тридцатку и тридцатку. И, соответственно, скрестить. Будет у нас 40-й уровень. Ждать придется приличное количество часов, да? 8, по-моему, если я не ошибаюсь. Ладно, не имеет значения. Так, забираем своих велоцирапторы, который тоже будет у нас потом со временем прокачиваться на... Стоп. Раз, два, 30. Слушай, а нафига я вот этого выводил? Тут будет, понимаешь, лишним у нас. Да, лопухнулся, конечно, получается. Ладно, ну, бывает. Если что, я смогу его продать. Ежедневно заберем с тобой задание. Раз. Так, еда. Здесь у нас карточки и монеты. Так, принять участие в ПВПшке, использовать 3 ускорения, собрать моды. Ну, это все понятно. Собрать моды. Давай посмотрим, что у нас есть по схваткам, по событиям. Так, столкновение. Без ограничений, ребята. Белая мгла. Слушай, дай-ка я гляну, что это такое. Хм. Так, слушай-ка, здесь очень хорошо вот эти вот ребята у меня будут орудовать. И, пожалуй-ка, я так и сделаю. Один поединок всего лишь, и белая мгла. А знаешь, почему белая называется? Потому что, ребята, типа зима. Ты прикинь, я его... А, нет, сразу не получится убрать, но... А у него останется всего лишь 6 единиц здоровья. Да, не повезло этим ребятам, я тебе скажу. Ну что он со своими 75 атаками сделает мне? Ну 150, 160, а, ну 180. Хорошо, ты прикинь. Для мамонта это просто щекотки. Просто щекотки с его хп-хами. На. Архиотерий. Дикий свин. Какой-то выбежал здесь. У этого еще меньше, 67 атаки. Так, ну что, две плюшки мы ему зарядим, да? Две плюшки. Раз, два. Раз, два. Иди отсюда. Так, энтелодон. Энтелодон тут появился. Ну давай, 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 прыгай тут как кузнечик. Сейчас добегаешься. Все? Выпендрился? Теперь моя очередь. По полной программе ему сейчас вмажем. На, камнями прям, прикинь, в него. Вот так вот. Слушай, такие события мне нравятся, где всего лишь нужно одну победу отыграть. Ну что, я так понимаю, сейчас будет рулетка, скорее всего. Ну, крутанем. Ух ты, блин. Диморфодон. Терезинозавр. Ихтиостега. Ну, мне, конечно же, попадется какой-нибудь обычный, самый обычный, никакой не редкий, не суперредкий. А вот, пирораптор. Все. И наслаждайся с этим, как говорится. Ладно, давай тут заберем что-то. ДНК. И посмотрим, что у нас еще здесь есть доступно. Пернатые предки. Пернатые предки. А разве мы с тобой... Подожди-ка, а разве мы с тобой не вот это вот играли в прошлый раз? Ну да. Только у меня была же вроде как одна победа. Или мне это приснилось? Мне, наверное, это приснилось. Ну, в любом случае, если я даже сюда пойду, победить их сможем. А, погоди-ка секундочку. Погоди секундочку. Так, здесь... Твою налево. У меня пирораптор. Ай-яй-яй-яй, не получится. Пирораптора я же поставил на эволюцию. А против хищников больше некого взять мне. Понимаешь? Этого. Ну, если только вот этого. Акулазух, наверное, сфейлится. Ну, вот как тут быть? Как лучше сделать, а? И я вот, честно говоря, не знаю. Давай попробуем, короче, так сделать. Возьму я Нундазуха. Нундазуха плюс Кулазуха возьмем.
и одного хищника. А хищник будет у нас... Кто у нас будет хищник? Алангозавр, предположим, ребят. Это все на скидку. Тьфу ты. Тирозавров нужно брать, да? Причем двух. Ну, если я возьму вот этого и... Кто у нас тут еще есть из тирозавров? Топижары. Смех на палке будет. Топижары здесь выпендриваться. Блин, ну давай возьму птеродактиля. Сколько, кстати, это событие? Ты не заметил, по времени будет идти? Что-то я тоже не обратил внимания. Так, ну что? Давай начнем потихоньку. Спинозавр. Что он будет делать? Наверное, атаковать? Нет. Тогда я сделаю вот так. Взял все-таки бонус себе, да, получается? 1-1. То есть пробивает он меня в блок. Так, ребят, наверное, я буду сейчас все сливать. Проверим. Ай-яй-яй-яй, не хватит. Не хватит. Что он будет делать? Но у него 3 очка все равно останется, он ничего не сможет сделать. Терезинозавра он выставляет. 2 атаки. Слушай, а мне даже его нечем бомбануть, если честно. Могу только вот так себе позволить. Смотри-ка, у нас... Ну, вот так вот, если я сделаю... И 2 бонуса. Я надеюсь, он не будет все сливать в атаку. Слушай, ничего он не стал делать. Тогда прописываем по полной программе. А вот теперь ему крышка или нет? Да. И выходит спинозавр. Естественно, все бонусы идут к нему, потому что он 100%. Ага, шестерочка. 250, то есть птеродактиль мой просто улепетывает. Понимаешь, да? Улепетывает, а мы с тобой добиваем его с помощью Эдиуморфодона. Нам надо всего лишь одну атаку сделать, но мы сделаем 2 и 2 бонуса. О, видишь как? Готов, партизан. Ну, Зухамим вышел. Ну и что ты сделаешь, Зухамим? А, ну так-то, конечно. Сейчас... Все сливать. Ну все, ему крышка, ребят, наверное, да? Если мы все свои бонусные очки в атаку сольем, да, мы его завалим. Потому что у нас 6. 6 на 20, да, это с лихвой покроет наши усилия. На тебе, гаденыш ты этакий. Фу, ну что же, победа. Не скажу, что это было неожиданно, но, по-моему, мы в прошлый раз... Здесь их тоже победили. Я не знаю, почему мне опять все заново приходится это делать. Смотрим дальше. Ух ты. Астафрикозавр, Гаргозавр и Дейнахейр. Ё-моё. И опять мне нужно птеродактили брать. Так, сколько ты стоишь на откате? 61. А ты 47. О, 47. Давай сделаем так. Это против них пойдет. А вот против тебя нам надо будет взять хищника. Хищника довольно лютого, если честно. А лучше даже взять, опять же, Нундазуха. Или как? Или все-таки вот этого брать? Блин. Сколько Нундазух стоит у нас на откате? 39. Не хотелось бы, ребята, сейчас брать. Давай, наверное, все-таки я возьму... Алангозавра. Поехали. Алангозавр. Так, 405. У него тут дофига здоровья. Берем бонус. 454 к атаке, представляешь себе? Чувачок такой вот жесткий, просто жесткий типок. Вот что он там сейчас взял себе, я не знаю, ребят. Давай я вот так сделаю. Ага. По-моему, он доигрался. Ха-ха-ха. Ну что, пробиваем, короче, его сейчас. У него
Одно очечко осталось. А мне нужно 1188. Поехали смотреть. Раз, два. Вот так придется делать. Поехали. Да, мы ему минусанем. И выходит вот этот, как его там звать-то? Гаргозавр. Ну, 505 к атаке. Слушай, он сейчас все три атаки сделает по мне. Нет? Нет? Так, а вот это уже интересно получается. Это уже получается интересно. Давай-ка я сделаю, знаешь что? Раз, два. Так. И вот так. Просто интересно, блин, что же он сделает? Шестерочка, да? Сейчас, наверное, все сольет в атаку. Уничтожит, понятное дело, ребята, уничтожит. Но у меня есть Тернандон, который сейчас его раскромсает. Причем на изи. Так, у нас 500. Ну, что тут сделать? Раз, два, три, четыре. И вот так вот. Погнали. Выходит Дэна Хейр. 812 атаки. Вы сейчас прикалываетесь. 812 атаки. Он сливает все. Ну все, Алангозавр, прошу, полакомитесь вот этим вот шитиком. Сделайте милость, отведайте миска. Вау, кричит, угрожает. На! Одного укуса достаточно. Почти 9000 урона нанес Алангозавр. И это круто. Мы проходим с тобой второй поединок. Остается всего лишь один, третий. Один лишь поединок, третий. Давай посмотрим, кто здесь для начала. Спинозавра мы видели, пара зауролов. Слушай, ну здесь не так страшно, я тебе скажу. Против спинозавра... Блин, как бы нам сделать-то получше? Давай, наверное, вот так. И вот так. Это у нас будет против хищника. Раз, два. Нет, сюда нам, наверное, лучше поставить... Блин, подожди, а почему... Погоди-ка. Здесь... Тогда делаем наоборот, вот так и вот так вот. Смотри, ни одного хищника, чисто летуны, ребята. Одни летуны. Молодцы. Ладно, погнали. Я надеюсь, ты понимаешь, почему я первым взял топижару, да? Первым я взял топижару, чтобы... Если он 2 очка мне влепит, это будет пятихатка. Ставим защиту. Будет бить или нет? Нет. Бить он не стал. Попробуем так сделать. Попробуем сделать вот так. Да, топижара — это просто расходный материал. Ну, что-то тоже копит, а, хламон. Я знаю, знаю, копит. Сколько тебе нужно? Два потрать, пожалуйста. Блин, да ты... Не хочет он, ребята, тратить. А если мы его атакуем? Это будет глупо, да, наверное. Давай вот так вот сделаем. Он рано или поздно должен раскрыться, понимаешь? Возможно, даже сейчас. Я даже очень хочу, чтобы он звезданул. Вот, прекрасно. Теперь смотри. Опять там кто-то салютует на улице. Я надеюсь, вам не слышно эти хлопки. Так, вот смотри, у него он сколько. Блин, я с этими хлопками просмотрел, сколько он. По-моему, 4 атаки он нанес, да? 2 вроде как в запасе. Так, нам достаточно по нему нанести 3. 3 атаки. И вот так. Надеюсь, я прав. Да, ребят. Хотя можно было бы вообще нанести 2. Я просто из этого салюта немножко отвлекся и просмотрел, сколько он сделал ударов. А вот здесь вот плохо. Хотя, если он даже все сольет. Угу, мой ход. Ну что, ребята, я все сливаю тогда. Абсолютно все. Так, минус. Шитик.
Но теперь Раджазавр, да? Так его увеличать, по-моему. Посмотрим, что он будет делать. Сколько он будет сливать? Три. Три оставляет на запас, верно? Три он оставляет на запас. И получается что? Получается фигня полная. Блин, неужели он все... Рискуем, ребята. Нет, нет, нет. А, подожди, все нормально. Ёпрсте, фух. Что-то я пужанулся. Да, друзья, мы прошли. И это круто, это круто. Это хорошо, что у меня два вот таких вот летуна есть. Итак, что мы получаем? Птиранодона, прикинь. Ёк-макарёк, друзья мои, вот это фортуна. Птиранодон, я считаю, что он один из сильных летающих, извини меня, драконов. Драконов, динозавров, блин. И то, что он мне выпал, это хорошо. Где он, кстати, у нас тут... Ну, здесь-то мне-то вряд ли здесь его покажут, где он находится, да? Вот он. А, его еще вывести же надо, точно. Все, он выводится. Один день, 15 часов. Так, а этих мы с тобой забираем. Поместить. Приумножим. До 10 уровня. Так, давай-ка закрывай хлопушку свою. Так, и где у нас еще? Вот. Еще один. Забирается тоже. Он прокачивается до 10 уровня. Это все для того, чтобы потом их, как говорится, активировать на 20 уровень. И... Подожди секунду. Блин, кот меня тут смущает. Иди, Оуэн, сходи, разберись там. И вот здесь последний. Это Тодзи. Тодзи... Тоже идет к себе. Так, 10-й, 10-й, 10-й. То есть это 20-ка. И еще одна 20-ка. До 30 уровня, в принципе, у нас с тобой есть тот, чтобы их можно было бы прокачать. Но этого мало. Все равно этого мало. Ну что, идем на схватки и смотрим, что еще у нас доступно. Могучие деньги. Только для редких. Стоит ли сюда, ребята, идти и драться? А почему бы и нет? Пойдем-ка и подеремся здесь. Возьму... Подожди, кулазуха-то, наверное, не надо брать. А с другой стороны, почему не надо? Возьмем кулазуха и возьмем, вот, например... Нет, подожди. Возьмем пирораптора и возьмем... Дилофазавра. Нет, лучше тогда афиакадона. Вот так вот. Поехали. Такой маленький против такого, офигеть. Беру бонус, сразу же беру бонус. Музыка куда-то улетела моментально, покинула нас. Так, мой ход, он ничего не стал делать, поэтому раз, два и защита. Четыре у него бонусных очка. Вот сейчас он может мне прописать очень больно. Он, в принципе, так и хочет сделать. Мы выжили, а это означает, что тебе, парень, кабздарики. На воздушном шарике. Сколько у тебя? 189 здоровья, да? Вот так я сделаю. И вот так вот. Ну что, прописываем ему по полной программе плюшку. И выходит такой же пирораптор. Только уровень у него 14, в отличие от меня. У меня 20. Сколько он будет сливать? 3. Ну давай, парень, вперед. Он же не знал, что у меня 2 стоит здесь. Он думал, я все в броню поставил. Ну, а мы с тобой его уничтожаем с превеликим удовольствием. Пирораптор. Отлично. Так, сколько там надо поединков было сыграть? По-моему, 3. Один мы уже отыграли. Двигаемся дальше. Битва. Могучие деньги прям, ё-моё. Так, здесь топижара. Против топижара я поставлю, естественно, диплодока. А здесь... Здесь кого? А здесь вот возьмем дилофазавра. И не будем даже тут думать ни о чем. Да ты посмотри. Почти с удара мы его вынесем. Там останется немножко здоровья, но фиг с ним. Поехали. На тебе, топижары. Опять музыка нас покинула. Не знаю, что с ней творится. Но музыка не хочет играть. Он вызывает пахицефалозавра. Что он будет делать? Атаковать. Конечно же, ему выгодно атаковать. А нам с тобой выгодно его
делать вот так. Прикинь. Накося, парнишка. На 105. Неплохо. Половину здоровья сразу как ветром сдуло. Сразу задергался, занервничал. Да, понятное дело. Ой, напугал ты меня, господи. Все, тебе, парень, крышка, ты в курсе, нет? Раз, два. И вот так вот сделаем. На-ка. Все, лежит и отдыхает. Ну что ты, пижара, ты будешь тратить свои последние замызганные очки? А нет, у него 4. Я думал, там 3 всего лишь. Сколько он будет атаковать? 4 сливает, все. Все, доигрался он, короче. Он слил 4 своих все бонусных очка, которые у него были. И, естественно, диплодок. С превеликим удовольствием. На полную катушку. Своей головой его. На! Почти 1300 урона мы нанесли. Ну и все. Еще у нас с тобой один поединочек будет. Я не знаю, там кто будет участвовать. И получим рулеточку. Так, ну-ка, только для редких. Топижара. Против топижары мы поставим с тобой пахицефалозавра. В принципе, и здесь тоже нужно кого-то из травоядных. А у нас только лишь каритозавр. Блин. Каритозавр. Как-то не туда и не сюда. Кулазуха нет смысла ставить, потому что его распечатывают. Хотя, сколько ты стоишь? 28 на откате. Многовато. Дороговато, я бы сказал. А ты... 24. У меня нет столько долларов просто-напросто. Поэтому мне придется, наверное, все-таки каритозавра. Подожди, какой каритозавр? Хотя... Нет. Давай вот так вот. 121. Тут 132. Но он по атаке то, что 37. Ладно, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Может быть, нам одного пахицефалозавра за глаза и за уши будет достаточно. Тут главное, как говорится, перехитрить противника. Опять музыка. Ты заметил? Музыка только начинается и сразу хоп, куда-то улетает. Раз, два и вот так. Смотрим. Я жду момента, когда он просто расколется. И этот момент должен наступить. То есть не хочешь, да? Ну, как хочешь. Даже если, предположим, у тебя две. Сколько там нужно нам? Раз, два... 3-4 и вот так вот. Погнали. У-у-у. На. Все, значит, он сливает сюда, да? Я так понимаю. Рамфоринг со своими 32 атаками. Это ему нужно сейчас все слить. И то неизвестно, сможет ли он нас победить. Вот я об этом тебе и говорил. Ну что? Ответка с моей стороны. И эта ответка уже, как ты понимаешь, она смертельная. Мы его просто сейчас ушатываем. На. И видишь, он у меня танцует как. Хоп-хоп-хоп. Ну, довольно, естественно, ребята. Победил, поэтому и танцует. И уровень пройден. Сколько там монет там получаем хоть? Ну, по 80 тысяч. В принципе, неплохо. Могучие деньги. И плюс очки доверий. Итого 4,5 тысячи почти. Ну что, ребята, по-моему, по заданиям мы с тобой все как бы сделали, да? По событиям я имею в виду. Так, а это что такое? Вот это вот. Столкновение открылось. Это схватка чемпионов. Ну-ка, дай-ка я гляну, что у нас. Твою же налево. Здесь у меня очень мало хороших рептилий. Очень мало, ребята. Вот видишь, против этих хищников нужны рептилии. У меня их нету. Кулазух, это я не считаю, что это хорошие рептилии. Так, ну что, дрожь земли. Или же у нас... А что там по заданию? Мы... Ох, тут надо забрать все это дело. Так. Открыть. 16... Я когда-нибудь накоплю эти 16 тысяч. Наверное, никогда этого не произойдет. Победите в боях с 20 модами. Так, нам нужно принять ПВПшку и 2 мода. И, как ты видишь, в канализойскую. Пойдем в канализойскую поиграем сейчас быстренько с тобой. В ПВП. Кайнозойская эра, где она там у нас? Вот. Раз, возьмем с тобой. Так, бесплатно здесь. Два. И три. Нам же с тобой один поединок нужно сыграть.
Самое фиговое, если он сейчас подберет такую команду, которая вот этих вот моих именно, я не знаю, как их назвать, травоядники или кто они, кустарники. Это кто такой? Глиптодон. Ты видел его физиономию этого Вот-вот-вот-вот, я тебе про это и говорил. Он подобрал команду, которая сейчас просто меня сейчас распетрушит. Вот как вот мне его уничтожать? Атакует же, смотри, а. Гад несчастный. Короче, делаем с тобой следующее. Берем вот этого вот. Вот этого. Да ёк-макарёк, блин. Выходит, это у нас пушечное мясо. Смотри. Я думаю, всем понятно, что я сейчас собираюсь сделать. Он тратит. О-о-о, парень, ну ты такими темпами далеко пойдешь. Я, конечно, понимаю, что это мне не в выгоду идет все. Совсем не в выгоду. Ну, он две потратил, да? Ну, ушатать я его обязан. Так. Сейчас выходит вот этот хлыщ. Да-да-да-да-да. Мистер Йода, ё-моё. Он ушатает. Ушатает мне птенца, поверь мне. Ну вот с пантеры с этой, наверное, мы все-таки влетим по полной программе. Тут чепушило, а? Да-да-да, я понял. Так, ну что у нас тут? Сколько нам уже? Две атаки нанести? Две атаки. Какой нафиг две атаки? Все три. Раз, два. Вот так я сделаю. Я сделаю немножечко по-хитрому. Я думаю, что он понял, что я собираюсь сделать почему-то. Ага. Окей. Три. Три удара он нанес, да? Короче, поехали. Раз, два. Три. Раз, два. Так вот. Блин. Твою налево. Чё я так обделался-то, а? Ёк-макарёк, ребята, я не досчитал. Меняет. Но тут уже... тут уже крышка мне. А, нет. Нет-нет-нет, ребят, подожди, еще не крышка. Еще живем. Чуть-чуть, но живем. Так, 381 единичка здоровья у него. То есть, если мы с тобой сделаем раз, два. Раз, два. Давай так, наверное, сделаю. Поехали. Бумс. А, скорее всего, запинает нас сейчас. Да, ребят, запинает. Ему терять нечего, он просто все вкладывает в атаку и меня просто сносит ветром. Ну, по крайней мере, я бы так делал. Ну вот, правильно делает. Правильно делает. Если бы у меня бы хотя бы одно дополнительное очко было бы на защиту, этого бы не произошло. А так вот, что видишь, то и видишь. Ну что же, мы с тобой сыграли, по крайней мере, я забираю. Где-то у нас... награду. Используйте. Так, а, три разных животных в кайнозойской эре нужно использовать. А я использовал всех одинаковых, да? Все, я понял свою ошибку. Только слишком поздно я ее понял. Так, возьмем этого. Этого и... и чего? И вот этого. Ох. Но никто не будет драться, согласись. На моем уровне. Там будут супер бизоны, я тебе серьезно говорю. Хотя нет, смотри-ка. Амфицион. Вау. Допустим. Что он будет делать? Посмотрим. Амфицион. Что он будет делать? Что-то задумался. Так, меняет. На архиотерии. Архиотерии, если не ошибаюсь. Да, вот эти вот ребята будут как бы посерьезнее, да? Сделаем вот так. Ну и что-то там дергаешься. Дергается он мне.
Сейчас, наверное, тоже слона позовет, скорее всего. Нет, амфициона взял, вызвал. Угу. Амфициона. Против амфициона кто идет хорошо? Вот этот. Ну что, друзья мои, сносим, наверное, его тогда, да? Попробуем. Вынесли. Так. Археотерий против археотерии. У него первого уровня, у меня 10-го. Как же ты будешь нас вырубать? Все сливает. Все сливает, парнишка. Ну что же. Тогда получи подарочек от меня. Давай, ленивец. Душ кулачком по земле. Так, выходит динотерий. 25 атаки у этого динотерия. Даже если он, ребята, все 4. Ну что, бомбим? Не пробьем, да? Пока. 10 хп у него остается. Ну и что он будет делать? Ну давай посмотрим. Чтобы ему выиграть, ему нужно все слить в атаку. Тогда мой слоненок его уничтожит. Еще разок. Ну вот и все, и крышка тебе, парень. Мне уже просто терять нечего. У него последний боец. Естественно, мне выгодно все вкладывать в атаку, а не рассусоливать здесь. И благодаря этому мы выиграли. Так, крутим. Приз, блин, новичка. Что нам тут выпадет? Ну, еда, понятно. Давай заберем с тобой наградочку. Так, и собрать два мода. Так, два мода. За еду, я думаю, да? Будет самое оптимальное. Ну что, эхо, подкинь-ка мне что-нибудь такое хорошенькое. Пронзающий укус. Так себе. Еще раз. Давай, не жмись. Путы. Не дает команде противника проводить замену. Хоу. А вот это, кстати, неплохой мод. То есть он не может заменить, да, на другого динозавра. Ну что, мы с тобой открываем этот пак. Ежедневный. Деньга. Так, ДНК, 35 бакинских и немножечко долларов. Ну, в принципе, как бы и все. Два события мы с тобой прошли. Единственное, что вот здесь можно, конечно, попробовать еще подраться. Есть хоть кем подраться-то нам? Вроде как есть. Возьму велоцираптора. Так, погоди секундочку, давай сделаем немножко по-другому. Возьмем полозуха, возьмем велоцираптора и анкилозавра. Что-то мне кажется, что-то я не то взял. Не для этого уровня. Я даже не знаю, где. Меня, может быть, наверное, скинули там с этих, с Лиги Охотников. Ой-ой-ой-ой-ой. Пипец. Просто пипец, ребят, посмотри. А маргозавр, да откуда ты, блин, взялся? Так, блин, я даже не знаю, что делать. Давай бонус возьму, фиг с ним. Он сейчас вот этого возьмет, ребята, летуна, скорее всего. Скорее всего, возьмет летуна. А может, не возьмет, фиг его знает, посмотрим. Нет, берет его. И еще я так проведет, верно? Не, не стал. Хищников, кстати, у него нет. Оу. Это, кстати, для нас большой плюс. Давай, наверное, звезданем ему хорошенько, а? Поехали. Снести не снесем, наверное. 3 единички здоровья всего лишь оставили мы ему. Ну-ка, хочу посмотреть, что он будет делать. Атаковать, наверное, пойдет, да? В атаку. Без хищников-то плохо. Ай, без хищников, ребят, как же ему плоховатенько. Так, ну что? Я возьму, наверное, кулазуха тогда. Вот так вот. И бонусные очки. Ну и что-то там. Блин, конечно, прикольно смотрится с шипами, с такими. Больше похож не на динозавра, а на какого-то, знаешь, легендарного дракона в старых времен, блин.
Давай я, наверное, так вот сделаю все-таки. Три атаки проведу и два бонуса возьму. Да-да-да, крышка тебе. Естественно, скорее всего, велоцираптор погибнет вот от этого охламона, микропозавра. Но я же не зря взял два бонуса. Не зря. Смотрим, что он будет делать. Давай, рот открыл там. Стоит. Зубы сушит. Ты серьезно? Да. Ты, парень, конечно, молодец. Он все слил, понимаешь? Все абсолютно, что можно было. Вот этого достаточно для нас. Остальное я все в бонусы. Все, ему крышка этому микропозавру. Вылетает этот Тупуксуара. Понял? Правильно как звать? Тупуксуара. Запомни. Вот в жизни не запомнишь, блин. Ну что, ну и да, я знаю, сейчас две атаки сделаешь, но потом-то тебе хана, мандрига будет, парень. Ну что ты, ну? Нет, 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 ты даже не надейся. Ты даже не надейся, что я пропущу такой момент. Все, пока. Со своими... Сколько там? 3 хп у него? Загнулся. Так, и сейчас заодно посмотрим, где мы с тобой находимся. На какой лиге и куда я перемещусь. Так, а, мы в охотниках. Практически даже меня еще ниже скинули. Я на 95-й позиции. Лига охотников. И кусок мяса получи, Рэй. Утрись этим куском мяса. Так вот мне сказали. Так, ну что, двигаемся дальше. Берем Капразуха. Берем Метрия Кантазавра и... И не... Нет, Эрликозавра. Вот такая будет у меня команда. Ни два, ни полтора. Капразух против хищников. Хорош. Я обычно всегда ставит хищников первыми. Но не в этом случае, ребята. О, диплокатор у него. Точнее, диплотатор. Ну, тут диплодок. Ладно, что будем делать? Бонус, наверное, будем делать, да? Будем с тобой делать бонус. Этот хищник пойдет только против... Ого. Так, а против этих у нас только летуны, да, хорошо заходят. Ну, давай я сделаю вот так. Я сделаю вот так. Блин, как бы мне поймать диплодока на хищника? Как бы мне поймать его, а? Скажи мне. Было бы хорошо, если бы он попался бы. Мы бы его уничтожили бы. Вот что вот он там сейчас себе сделал. Что он там напридумал, я не знаю, ребят. Раз, два, раз, два. Вот так вот я сделаю. Если он сейчас ничего не сделает, ему хана. Я его уничтожу. А он ничего не делает. Ну все, тогда извиняй, парень. Все, сливаю, наверное, да? Да вот так вот, наверное, скорее всего, будет достаточно. Да? Пока. Диплотатор появляется. 152 к атаке. 6 очков. Ну, сейчас, конечно, он ушатает мне Эрликозавра. А вот ушатаем ли мы диплотатора? Ушатаем. Ушатаем, друзья мои. Так, у него одно, да, там бонус на очко было. Так, подожди. Блин, ладно, сделаем так и вот так. Допустим. Ну что, диплодок, 31 атака у тебя. 5 очков. Что ты будешь делать? Согласись, тебе нечего здесь сделать. Тебе только сфейлиться можно. Сфейлиться, говорю, тебе можно только здесь. Все. На. Получи и выкуси. Ну что, друзья мои, отличная победа. И мы
Двигаемся дальше. Как меня заколебали эти, а? Атакующие. Точнее, не атакующие, а сбегающие динозавры. Так, Лига Охотников. И монетки. Ну что, последнюю схватку давай сделаем с тобой. Потому что, ну, мне тут уже, как бы тебе сказать, и воевать-то некем. Поехали, быстренько, быстренько, Шеймин там. Ютиранус. О, хорошо, ребята, вышло. Как раз под стать, прикинь. Два хищника на его двух травоядников. Замечательно. Сразу же атакуем Пашунозавру. На тебе. Ну и что он сделал? Ну поменяет, наверное, вот на этого летуна. Хотя это так глупо. Мало того, что он потеряет бонусные очки, очки потеряет, так еще и этот летающий не будет никакого преимущества иметь передо мной, понимаешь? Все, он просто сейчас распетрушивается и... А, вот так вот. Ну хорошо, допустим. Взял защиту. Ну, давай посмотрим, что ты дальше предпримешь. Меняешь опять, да? Апатозавра взял. Ну, все тогда. А, ну тут смотрю, о, апатозавра. Будет хпшки-то побольше. Но я все равно буду прожимать. Все, у него все динозавры покоцанные, понимаешь? Покоцанные. Кого не возьми, все недобитыши. И здесь они уже ничего не сделают. Ну, а он тем более еще и не старается. Раз, два, три. И бонус. Так, ну что, апатозавр пошел вон. Дальше выходит шунозавр. Ну что он сделает, ребят? Ну, ну что? Ну да, если он потратит сейчас 5 атак, он вырубит тираннозавра. Но дальше-то выходит кто? Ты смотри. Гроза. Гроза морей. А он тем более не 5 атак, а 6 сливает. Ой, дурилка ты картоновая. На, получи. Так, 232 хп у тебя, да? Этого будет достаточно. И вот так вот. Все, все, все. Тут, ребят, предсказуемый парень. Предсказуемый, понимаешь? Ну что, 73 атаки. Ну, 73 атаки против 1000 хп. Ну что ты сделаешь? Ничего, правильно, ничего. А он тебе сделает очень больно. Понимаешь? Очень больно. Ну что ты там, разбегайся давай. На. Тот, наверное, в воздухе 10 кульбитов сделал после такого удара. В общем, одним словом, друзья мои, я доволен. Все у нас получилось великолепно. На ареночке. Сегодня и там подрались. И что, мы получили Птеранодона. Легендарную карту. Тоже очень круто. Лига Охотников и ДНК. 600 ДНК с тобой еще здесь прихватываем. Все. Больше мне здесь делать нечего. Можно спокойненько закругляться. Так, я сейчас посмотрю, так, здесь все. Ага, погоди секунду, давай-ка мы с тобой забьем здесь. Так. Нет, это не забивает, я просто, ребята, ну, посмотреть хотел. Ты смотри, сколько у меня динозавров, которые готовы прокачаться. Просто. Ну, не хватает этого. Кстати, у нас есть тут? Нету. Ну, не хватает инкубатора. А где у нас Раджазавр? Потому что у меня выпала карточка Раджазавра. Вот он, по-моему, да? Нет, это Аллозавр. А, Аллозавр у нас тоже есть. Вот, пускай, например, выводится. Скрестим. Будет более сильный. Так, Аэротитан, понятно. Птеродактиль, все понятно. А здесь Гатс. Тоже надо будет прокачивать. Велоцирапторы. Так. Ютарраптор. Есть у нас Ютарраптор с тобой? Нету. Значит, мимо кассы. Капразух. Есть? Капразух есть. Вот пускай выводится. Тогда все понятно. Тогда ничего мы с тобой здесь не сделаем.
Ну что, друзья мои, на этом я закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!